Я сделал то, что умею лучше всего. Я взял твой план и использовал его против вас. Посмотри, что я сделал с городом с помощью бензина и пары пуль. Знаешь, что я заметил? Никто не паникует, когда все идет согласно плану. Даже если план чудовищен. Если завтра я объявлю прессе, что один из членов банды будет застрелен, что грузовик-солдат взлетит на воздух, паники не будет, потому что все это часть плана. Но если я скажу, что какой-то жалкий мэр умрет, все вдруг теряют голову! Совсем немного анархии, нарушение установленного порядка, и все вокруг повергается. И я носитель хаоса. И знаешь, что является